Спасибо огромное, неплохое начало. Да, спасибо. Ну, действительно, сегодня я еще раз хочу извинить за то, что мы опоздали, но мы закончим вовремя, все будет нормально. Как говорят такие интернации, знаете, всегда. Мы опоздали на концерт, но закончим, ну, такое,
Но это не про нас. Мы будем работать до посинения, пока вы не устанете. Нам самим делать нечего. Завтра пятница, уже надо отдыхать. И следующая песня называется «Весенний блюз». Теперь чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный вскрылся венобирек. Все перемолото, скомкано, сорвано слишком долгой зимой. Но у меня есть ты, значит Господь со мной. Смазала контуры мира, словно кистью дали. Звуки текущие прямо с плавира будят раны земли. Все потаенное давнее всплыло темной талой водой. Но у меня есть ты, значит Господь со мной. Светом твоим у нас 18 мая 2023 года, город Москва, и Петровка 21, замечательное место, Петр называется, мы впервые здесь выступаем, и вообще мы впервые в Москве, спасибо, что приняли нас. И следующая песня называется очень просто «Счастье это мое, горе твое».
прости о погоде. Он сказал, что весна. Называется эта песня. Сейчас мы применяем акустическую гитарку возьмем. И, конечно, эта песня написана очень давно, это 90-е годы, когда мы думали, что все будет по-прежнему. Будем нравиться девушкам. И все будут делать нам бесплатно. Сейчас уже даже за деньги никто не хочет. Ну, не важно. Называется эта песня «Все позади». Дай я тебя обниму, все эти мечты.
позови. Спасибо огромное. И следующая песня. Хочется уже море, хочется теплоты, хочется ласки, любви, ну и чего-нибудь такого солененького. Например, море. Замечательное, кстати, время, когда вот с похмелья на море заходишь, прям как рукой снимаешь. Не надо даже похмеляться. Итак, песня называется «Соленое море». Дома побудешь
Спасибо огромное. И следующая песня называется, в общем, там о правде и неправде. Называется очень просто. Это неправда. То есть иногда люди делают неприятности, обижают друг друга. На самом деле, все это неправда. Нельзя. Вот я сейчас не пью уже
месяц, даже чуть больше. Надо это отметить. Как-нибудь. Ну, в понедельник. Завтра не могу, послезавтра тоже. А вот в понедельник... Да. Ну, просто если мы начинаем пить, то пьем так. Мы не можем, чтобы это там 50 грамм выпил. Нет, ни хрена. Уже просто в свинью. Мы же русские люди, правда? Я не призываю это делать, ну что вы. По крайней мере, не сегодня. Хорошо. Следующая песня «Невесомость». Я вдыхаю твой лед, наши души потоки за петлей петля. Сердце рвется в полет, и безумные строки обгоняют меня. Я вхожу в облака, чтобы вместе на крыльях и, конечно, без слов. А по венам река, мы с тобой не доплыли, нету мне берегов. Ложь и падения, небесность, если вдвоем, это внутри коротких фраз, и рвутся в небо мои мысли, это внутри. Снег на закате, а мне свет не погас. Не могу без тебя, и луна в рыжем платье точно вселится в нас. Я вхожу в облака, чтобы вместе на крыльях, и, конечно, везло. А по венам река, мы с тобой не доплыли, нету ни берегов. Падения, небесность, если поем, это внутри коротких фраз, и рвутся в небо мои мысли. Сейчас вспомнить замечательный коллектив «Веселые ребята», в котором я работал много лет. Но это было очень давно, но в любом случае это было, и мне это вспоминается с такими
с такой благодарностью портвейн лился рекой, и нам казалось, что здоровья хватит, чтобы выпить просто, ну, не знаю, ведрами мы его пили, а потом что-то раз и как-то перешли на приличные напитки, типа... Вот у меня лично... я виски пил, наверное, макалом, причем 12 средний так себе, 15 нормально, 18 еще лучше. Потом понял, что это дура, и перешел на более приличные напитки, типа водка, иногда коньяк, иногда вино, а иногда все вместе. Итак, называется песня «Бродячие артисты». Светлый соколовый,
тебя друзья свои. Только годы лучшие на свете, дай память нам двоим. Светлый соколов и день рождения, день сегодня в 30 лет. И тогда на зале всем рядом я принес свой розовый пакет. Розовые розы, светлые соколовы, светлые соколовы, одноклассницы моей. Розовые розы я дарю ей снова. Песня родилась не случайно, каждая песня имеет свою историю. И это Средиземное море, страна Италия. Замечательный, очень красивый. Сравнивая, там была раньше, сейчас не пускают, но вообще не понятно. Вот здесь часа. На твоих ресницах и часы пробили осень. Полночь твой в небе синь. Ты печаль уже не прячешь, под вуалью улыбки нежной. Улетай, русский мальчик, ждет его ноябрь снежный. Поздний ветер I'm
хорошо. И сейчас я хочу вместе с вами вспомнить замечательного музыканта, его творчество, его песни. Композитор певец Александр Барыкин и песня «Спасательный круг».
Спасибо большое, спасибо огромное. И действительно, вот последняя температура, особенно последние 2-3 дня, где-то больше нормы, на плюс 6 градусов. Но завтра, не волнуйтесь, завтра пойдет дождь. И уже будет плюс 19, и будет полное желание. В общем, все равно можно ехать копать там или что там. Сразу клубнику уже можно, заморозков не будет. И будет замечательное настроение, можно шашлык пожарить, можно еще что-нибудь кого-нибудь пожарить. В общем, можно всем заняться чем угодно, потому что скоро выходные, это замечательно. Я люблю больше всего пятницу, потому что можно пить до вообще до всего. Вот потом в субботу так раз, где это я? В воскресенье нормально, похмелился и в понедельник. Твою мать, на работу идти, Господи, хуже всего. Ну ладно, не будем о грустном, потому что сегодня четверг. Четверг — это замечательный рыбный день. В этот день мне хочется спеть для вас песню, которую мы вместе поем в зимний сад. Давайте, я начну запев, а припев мы глянем вместе. Итак, запев я, припев. Договорились? Отлично.
звездопад, сам я смогу разжечься. Мне ведь совсем не зачем знать все, что с тобой было дальше. Раз ты меня научила летать, значит, не может быть большая. Все мы понимаем прекрасно, что ситуация сейчас непростая, не только у нас, не только в сопредельных странах, но и вообще в мире полная жопа, да. Но несмотря на это, мы умеем радоваться, умеем веселиться. Я вот недавно был в одном заведении, я думаю, вот идет такая сейчас хрень, а люди веселятся, кого-то вообще ничего не происходит. На самом деле, как смотря на это посмотреть, это все очень философская такая тема. И буквально 11 июня на Красной площади будет концерт, который посвящен Дню России. Там действительно будет
все замечательно. Надеюсь, что никакая хрень не прилетит, да, не дай бог. Вот, ну, и, если что, добьемся рогатками. И эта песенка, конечно, звучит совсем по-другому и уже в другом контексте. Называется она очень просто. То ли воля, то ли не воля! Что-то не сложилось. Пусть мне с тобой уютно было и тепло, но голова не дружилась. Так больше жить я не могу. Я не могу, когда так скучно мне на поле. Если живем мы столько лет, но только праздника нет. Кажется, воля не воля. Я счастлив, что действительно наш концерт состоялся, несмотря на происки империалистов. У них не получилось сорвать наш
концерт, первый концерт, как говорят, первый блинком, но я надеюсь, что вы поняли, что мы не специально это сделали, потому что обычно чем больше артист, тем больше пауза. В нашем случае это не так просто. Человек сказал, я хочу попить, дайте мне попить, дайте мне раскрыть мне свой талант. И, собственно, мы не виноваты, мы ждали уже час. Спасибо огромное, спасибо. И я надеюсь, что я желаю просто всем, прежде всего, здоровья. Конечно, немножко удачи, немножко денег, немножко там, ну, яхта, самолет какой-нибудь такой задрыбанный, хотя бы Cessna какой-то сраненький. Ну, чтобы было чем-то такое. Можно вертолет, собственно. Вот, тоже я бы не отказался. Вот, ну, на самом деле, шутки шутками, а всегда хочется, почему этих есть, а у нас нет. Давайте что-нибудь сделаем, блядь. Спасибо еще раз, еще не призываю, нет, это не я, ничего не говорил, все. Спасибо огромное, спасибо еще раз, я счастлив, потому что сегодня мы вместе с вами в этом зале в центре Москвы, Петровка 21, Петровка 38 тоже рядом, так что будем общаться. Ну, на самом деле, я рад и счастлив, я очень люблю вас за то, что вы сегодня не дали нам морду, не налили нам, ну, ничего страшного. Спасибо еще раз, спасибо огромное вам, спасибо. Давайте чаще общаться, давайте дружить. В следующий раз я скажу, где я живу, ну, где я люблю отвязываться, но это чуть-чуть дальше, это в Тульской области, там есть такое местечко, там речка, там есть там, у меня две бани, одна внизу, другая наверху, есть домик неплохой, ну и так далее. Это что так мы там, ну так мы отдохнем душевно, знаете, душевно. Я человек щедрый, знаете, душевно. Я люблю щедрых мужчин, я щедрый мужчина. Спасибо.